гости, дорогие друзья, я очень рада вас приветствовать сегодня на нашем концерте. Наш концерт посвящен юбилею двух выдающихся великих композиторов Кара Карая, 100-летия, и Сергея Васильевича Рахманинова, 150-летия. Я очень рада, что у Мира Алексеевна Марченко, которого вы уже все хорошо знаете, получилось присутствовать сегодня на нашем вечере. Я очень рада, что наш концерт сегодня, наконец, после пандемии, после всех этих событий, состоится. Я надеюсь, что вам понравится сегодняшний вечер. Надеюсь, что...